Да? Тебе нравится Пурим? Начался Пурим. Карнавал. Вот. Все дети высыпали и не знаю, что, чем тут в центре занимаются. Мы пытаемся понять, что они тут делают. Не понимаю, что они там делают. В общем, идея Пурима – это переодевание, это маскарад, это карнавал, развлечений для детей и взрослых. Я все пытаюсь понять, что они делают. Вата сладкая, попкорн сладкий. А что там делают детки? Зайчик, тебе нравится это все? Добро. Какие-то аттракционы. Это так отмечают Пурим в Пардесхане. Косички шикарные. Сколько много народа. Час дня. А завтра я покажу, как отмечают Пурим в городе Хадера. А послезавтра я покажу, как отмечают Пурим в городе Кесария, в старом городе Кесария. Корабль пиратский, видимо. I'm so sincere, I'm in the shell of the news. My whole life, any cash, you drama. The two cup with come, and it's all a sugar mama. Basta, no echpat la clum, rak hasa. Tochelet lita leve, be makbileta, rasa. Atachti et a basta, shell a rhyme, scuba. Какой-то аттракцион с кульчиками, где их раскручивают. Аттракционы. Сейчас их будет кружить. Вот как это работает. Покатай меня, большая черепаха. Thank you.
моя пусечка, тебе тут интересно? Да? Или ты хочешь к маме на ручки? А тебе там было интересно? Вот там тебе было интересно? Было там интересно? Да? Да. Завтра пойдешь еще на такое? Завтра обещаем поинтереснее. Ну, в общем, пойдем. Лера еще маленькая, ей еще такое мало интересно. Это дети там как-то развлекаются, он постарше. А Лера еще малюшка. Ну, ладно. До свидания, до встречи в завтрашнем ролике.